Перед вами установка для наблюдения электролюминесценции. Слева – источник высокого напряжения, а справа – стеклянный сосуд, в котором создано высокое разрежение. В сосуде находятся два электрода. Один из них находится сверху. Это катод. Он имеет форму диска и подключен к отрицательному полюсу источника напряжения. В нижней части впаян антикатод. Антикатод подключен к положительному полюсу. В средней части колбы на острие висит вертушка с четырьмя лепестками. Вертушка может свободно вращаться вокруг вертикальной оси. На верхней поверхности лепестков нанесены в виде полос люминофоры. Включим источник напряжения и затемним помещение. Через некоторое время после того, как между электродами трубки начался разряд, лепестки приходят во вращение, а люминофоры на их поверхностях окрашиваются в яркие цвета. Цветные полоски красного, зеленого и синего цвета свидетельствуют о том, что на лепестки нанесены люминофоры разного состава.